це точно не про Пригожина, я так підозрюю, бо він не мало того, що щодня по кілька разів, і ми з вами теж це обговорюємо, але виходить, просто він не зупиняється, в нього цей словесний прорив такий, більше в нього інших проривів просто не вийшло, і в нього тепер словесні, так мені видається. Вашингтон-Пост вийшло з публікацією, в якій стверджує, що відповідно до злитих матеріалів Пентагону, якщо це дійсно ці матеріали, а ті, що з'явилися в мережі, то Пригожин не проти був би здати позиції російської армії. Нашій розвідці шукав цих перемовин в обмін на свою перемогу в Бахмуті. Ну, наша розвідка назвала це таким вкидом. Каже, треба перевірити, кому це вигідно. Але зрештою додали, розвідка застосовує різні методи. Пригожин каже те, що це його там хтось обріхує. Олександр Нівзоров, коментуючи все те, що робить Пригожин, каже, що насправді все це подобається росіянам. От це от все ужасно нравиться народу, бо йому треба виправдання. Виправдання ганебної поразки війні проти України. І каже, що насправді це не більш жахливо, ніж весь інший жах Російської Федерації, що при смертних своїх карчах, оце імперія, коли буде закінчуватися, породить ще більших отаких чудовиська, ніж Пригожин. А що ви зараз бачаєте, пане Ці, в його діях? І чи вірите він, що він дійсно міг піти на таку угоду, бо він насправді ж там пішов за свої інтереси вбивати наших військових? Понимаете, Пригожин, он же бизнесмен. Его также всегда называли предприниматель Евгений Пригожин. А предприниматель, он всегда умеет торговаться. И поэтому я вполне верю, что он мог попытаться договориться, потому что он пришел в эту отрасль как бизнес. Это для него прежде всего был бизнес, возможность зарабатывать деньги, получать государственные, громадные государственные заказы у путинского режима. И он же превратился из простого ресторатора, да, в одну из особ приближенных к телу и в конце концов развил свою деятельность. Он там и школьников в Москве обеспечивает питанием, и ольгинских троллей финансирует, вмешивается в выборы, устраивает DDoS-атаки на сайты в разных странах мира. И вот сейчас он еще и частными военными компаниями подрабатывает в Африке. Но все это было построено, это все была бизнес-схема, он бизнесмен. Поэтому я вполне могу поверить, что он вступал в переговоры и торговался с Украиной, потому что вот Бахмут ему был нужен позарез. Если бы он Бахмут взял, то, конечно же, он смог бы капитализировать этот факт очень-очень сильно. И, конечно, он приобрел бы колоссальное влияние и на Путина, и в российской армии. Возможно, Путин вообще бы сделал на Пригожина главную ставку. Но точно так же эта информация может быть и фейком, да, я вообще называю это майнкрафтовские сливы, да, потому что все это было в чате игры Майнкрафт, но там просто собиралась информация из самых-самых разных источников, в том числе и открытых, да, кто что видел, перехваты каких-то разговоров, то есть это не то, что прям вот проверенная информация, да, кто-то что-то кому-то сказал, кто-то где-то с кем-то это обсуждал, поэтому я прям вот не стал бы доверять, что это действительно так было. Кроме того, вы же понимаете, что это мог делать кто угодно. Я не говорю даже про пранкеров. Это могли делать там те же самые враги Пригожина, и, например, из ФСБ или из ГРУ, которые бы от его имени, да, пытались там выйти на украинскую разведку и договариваться. В общем, это темная история. А кроме того, я не очень понимаю ценность вот этих самых российских позиций, которые Пригожин якобы мог выдать ВСУ в обмен на Бахмут. Я не вижу этой ценности, потому что все российские позиции прекрасно видны со спутника. Украина получает эти данные в реальном времени. И что там такого Пригожин может им рассказать, чего они не видят со спутников? Кроме того, не забывайте, что это российская армия находится на украинской территории, где очень много людей сохранили свою лояльность Украине, они желают победы Украине и готовы Украине помогать. И наверняка у ВСУ достаточно там своих осведомителей, которые передают и координаты, и перемещение врага, и куда какой генерал приехал. Поэтому в этом смысле я не думаю, что Пригожин мог бы быть таким прям вот ценным источником информации для ВСУ, чтобы под это ему прям Бахмут передали. Ну вот как-то так. Та така якась занадто висока ціна, тим паче вона в усіх сенсах дуже висока ціна за Бахмут для нашого війська, для нашого народу. Тому а ціна Пригожина, ну він напевно собі тільки думає, що вона в нього висока. А от говорячи про цих всіх
очі наші всюди. Сьогодні горіло в Луганську, так палало, бо вже ані Луганська, ані Донецька, ані Крим, вони вже не є чимось таким недоступним для української армії, для української розвідки і, власне, для наших дій. І сьогодні так невдало сходив, можливо, вже й в останній раз підстригтися, напевно, такий собі ВО глави МВС, якого нас призначили росіяни, представник терористичної організації ЛНР Ігор Корнет. Так сходив він в перукарню і з неї вже вийшов в пошкодженому вигляді, бо там вибухнуло, і він в реанімації. За різною інформацією, він ще до 2014 року працював слідчим карного розшуку МВС, а потім так швиденько і переметнувся. Він такий собі був, працював один із найвпливовіших силовиків ЛНР. І бачите, кара так його вже й настигла. Як ви думаєте, це лише стане тенденцією для ось таких представників путінського режиму, терористичних організацій на українській землі? Ну, я думаю, что это уже далеко не первый такой случай. Конечно, это тенденция, потому что нет никаких сомнений у меня, что на оккупированных территориях действуют разные подпольные структуры. Я не знаю, не буду говорить партизанские отряды, но есть какие-то подпольные структуры. Есть структуры, которые напрямую выполняют поручения, да, скажем так, Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Есть наверняка люди, которые действуют по своей собственной инициативе. Я уверен даже, что есть украинцы, которые ведут какую-то подпольную деятельность на территории России, потому что мы тоже там время от времени видим какие-то происшествия, да, в кавычках. Да, тот же Захар Прилепин, который чуть едва не расстался с жизнью, да, но вот тоже говорят, что его покалечили, пока его так фрагментарно показывают, вроде жив. Но я хочу сразу отметить, что эти все цели, они абсолютно легитимные, потому что, например, Захар Прилепин, он ни в коем случае не является гражданским, да, конечно, он милитант, и он сам об этом рассказывал в многочисленных интервью, что он убивал людей в Украине и так далее, и так далее. Поэтому все вот эти разговоры, что это терроризм, что это там террор, мы вам расскажем, что такое терроризм, когда стреляют ракетами по мирному населению. Вот это терроризм. И вы, собственно говоря, ребята, делаете то же самое, когда бомбите мирные украинские города и бомбите, днем вы бомбите супермаркеты, чтобы было побольше народу, а ночью вы бомбите спальные районы, чтобы тоже там было больше народу, чтобы как можно больше людей убить. Вот это и есть терроризм. А ликвидация всяких коллаборантов, ликвидация всяких военных преступников, пропагандистов войны, на мой взгляд, это сейчас абсолютно легитимные цели. Или вот этот вот, как его, пельмень, которого, военкор так называемый, да, которого ликвидировали в Санкт-Петербурге очень, кстати, умело. То есть я считаю, что это давно уже стало тенденцией. Я считаю, что Украины сегодня мы являемся свидетелями, как у Украины появляется такой Моссад, да, такая спецслужба очень-очень высокого уровня, которая, мы видели уже много операций, которыми только можно восхищаться, да, ну, естественно, Украина не брала прямую ответственность, но мы можем только предполагать, да, от взрыва Крымского моста, там, и до еще можем другие операции. Я считаю, что ну, слушайте, Моссад, он тоже во многом мифологизирован, это вообще как бы отдельный разговор, да, но тем не менее, это считается такой мировой бренд, да, что Моссад одна из лучших внешних разведок в мире. Ну вот Украина тоже на сегодняшний день строит очень-очень эффективную, дерзкую, смелую внешнюю разведку, которой, я уверен, что мы увидим гораздо более крутые операции, чем ликвидация какого-то мелкого коллаборанта. Я думаю, что с этими коллаборантами просто местные сами разберутся. Вот. А ВСУ, а украинские спецслужбы будут заниматься какими-то целями по Салине.